Для пермских коммунальщиков приход зимы не станет неожиданностью. Городское хозяйство практически готово к снегу, гололеду и резкому понижению температуры. Осталось несколько проблемных участков, но недочеты должны устранить в ближайшее время. Глава Перми Игорь Сапко призвал горожан не оставаться в стороне от процесса подготовки к Перми к зиме. Тем более, что сейчас есть множество проверенных и рабочих механизмов для диалога власти с населением. Считаю крайне важным сегодня выстроить и полноценное сотрудничество с жителями города Перми на предмет обратной связи. Очень важно через колл-центр, через телефонные линии оперативно реагировать на те проблемы, которые возникают, с тем, чтобы мы могли в оперативном порядке работать над их устранением. Важным решением стало продление срока действия программы развития городских микрорайонов. Удалось значительно улучшить жизнь каждого отдельно взятого района Перми. Обновить материально-техническую базу учреждений образования, здравоохранения и общественных организаций. Провести ряд значимых мероприятий для социально незащищенных слоев населения. Очень важно сегодня, что мы на заседании городской думы подтвердили необходимость на ближайшие 3 года включения в бюджет города Перми средств на развитие микрорайонов. Программа эта активно работает. Программа работает по наказам, которые жители города Перми направляют в адрес депутатов. Очень важно сегодня сформировать полноценную программу по отдельным микрорайонам города Перми, с тем, чтобы в 3-летнем бюджете мы могли учесть конкретные предложения, конкретные мероприятия по их реализации. Дарья Сивухина, Антон Лифанов, телевизионная служба новостей.